Некрасивое, неумелое начало совсем не означает, что у вас получится то же самое на финише. Надеюсь, своими видео я убедил вас в этом. Но почему же у нас в голове у многих сидят такие стереотипы? Это касается не только рисования. Если ты начинаешь что-то делать, ты должен сразу делать это красиво, умело. А если ты делаешь что-то не так, то внутренний критик начинает кричать на нас, что ты делаешь, ты же не умеешь это делать. А если не умеешь делать хорошо, то и не нужно это начинать делать, не позорься. И вот у нас с детства наслаиваются убеждения одно на другое. О, я это не умею делать, это не мое. Да я и квадрат не могу нарисовать. Но ведь так в любом навыке, когда мы совсем не умеем что-то делать, вначале получается, мягко говоря, не очень приятный результат. Но ведь если бы мы на каждом навыке так думали, мы вообще ничему не научились. Какой вывод? Не бойтесь чувства неловкости, неудобства вначале. Отбросьте всякий стыд и мысли о том, что же скажут другие. Вы только учитесь. Будьте ребенком в любом начинании. Относитесь ко многим вещам с юмором. И у вас все получится.